Мостовой переход через речку Данилиха весьма востребован. Он соединяет два района – Индустриальный и Свердловский. Для пешеходов удобный путь, но сейчас не самый безопасный. Вот так выглядел мостик 3 года назад. Часть моста провалилась, и идти по нему, не держать за поручень, просто опасно, особенно сейчас, когда сыро и скользко. Тогда нам пообещали капитально отремонтировать его в 2015 году, уже 17-й. А мост каким был, таким и остался. Разве что несколько изменился в худшую сторону. Мост качается, страшно ходить. Оступишься, и все, и в речке. Тут можно и ноги сломать, и все, что хочешь. А сюда, между прочим, ходят уточек кормить очень много с детьми. А если вечером? Тут ни огня, ничего. Тут сразу ноги переломать и позвоночник можно. И особенно спускаться. Тяжело очень. За комментарием мы обратились в администрацию Свердловского района. Там нам сообщили, что все эти годы мостовой переход старались поддерживать в нормальном состоянии. А на капитальные работы не было финансирования. В результате конструкция пришла практически в негодность. Мост действительно аварийный. Исследование в ближайшие дни проведем. Безопасность перехода обеспечена для жителей. Значит, весенне-летний период будет капитальный ремонт данного мостика. За осуществлением этих планов мы также проследим. Екатерина Леонова, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.